Привет. На улице чудесная питерская погода. Сегодня мы передаем Grand Scenic 3 его новому владельцу. Но есть один нюанс. Номера на нем были приделаны заклепка. Ну все, еще дорога. Выбирай с рудером. Да, да, конечно. Теперь те же манипуляции сзади, да? Видимо, во Франции тоже воруют номера. Грязнули такой. Столкнулись с небольшой проблемой. То есть, чтобы выкатить Scenic из гаража, приходится подкладывать некие бруски такие, потому что иначе он юбкой может сесть и зацепить как бы выезд, пол. Да-да-да-да-да. Сергей говорит. Вот поэтому, то есть машину мы передаем только в 12, а встретились на всякий случай в 9 утра. Он говорит, поэтому мы и встретились в 9 утра. Давай. Как теперь еще выезжать отсюда? Все, спокойно. Ну хорош. Ну и заодно задних неприступных. Это, кстати, между прочим, это листик, это показывает, что ты ехать в экономичном режиме. Да? Вот, это типа экологично, да. Что небольшие выбросы, соответственно, все такое прочее. Если ты будешь ехать в другом, она будет машинка в таком, типа в дыме в таком. Ты сгибаешь на третий, там, 100, например. Ну, понятно. Я скажу так, в Grand Scenic 3 вы не забудете подстегнуть ремень. Сейчас приехали на мойку. Ты заткнись тут же. Сейчас приехали на мойку, чтобы машинку еще раз всю помыть. Молодец. Чтобы машинку всю помыть, почистить и передать уже, да, вот в эстетически приятном, как, скажем так, внешнем виде уже Виктору. Приятно срабатывает электронный ручник. Такое нежное жужжание. Ну вот прошел час, за который нам сделали мойку люкс. Сейчас выйдет наш чистенький Renault Grand Scenic 3. Ну, где он? Итак, вот мы встретили Виктора, сейчас идем в МРЭО на Маршале оформлять, значит, купли-продажи с Сергея на Виктора, ну и уже ставить машину на учет, соответственно, получать номера и страховку и все остальное. Поставим, значит, автомобиль на учет. Единственное, что это займет немножко больше времени, так как мы попали вот как раз, пока делали страховку, в обед. Пока стояли в коммерческом МРЭО, вот сейчас ждем, пока, ну, все выдадут номера и все поставят на учет машину. Услышали интересную историю. Подошел мужчина к инспектору,
и поинтересовался. То есть у него на руках дубликат, ой, ксерокопия ПТС. А история такова. То есть он отдал на продажу, поставил автомобиль в салон. Я так понял, что он отдал туда же оригинал ПТС, автомобиль в салон продал, а деньги ему не возвращают. И он не знает, что делать. У него на руках только ксерокопия ПТС. И он попытался здесь узнать по ПТС, кто является настоящим момент владельцем. То есть кто в том автосалоне купил автомобиль. Как это ему поможет? Наверное, никак. То есть там-то человек законно приобрел машину, все вопросы к автосалону. Так что, пожалуйста, будьте бдительны и внимательны, когда вы оставляете автомобиль на продажу в разные мутные салоны, площадки и так далее. ПТС не стоит отдавать им туда. Теперь подбор Погран Сценик 3 можно считать завершенным, да? Сейчас. Последние два шурупа. Последние два шурупа, да. Машина на учет поставлена, номера все выдали. Теперь можно вас действительно поздравить. Да, все. Спасибо, Сергей. Да, да. Спасибо огромное. Очень благодарен вам и вашим ребятам. Я вас не записываю, не буду в камеру. Огромную благодарность ребятам, Сергею, Михаилу и Дмитрию, Сергею Перегонщику за то, что отозвались на мою просьбу, оказали мне помощь, не отказали мне, то есть действительно подобрали настоящую машину, то, что я хотел. По этому бюджету мы не смогли в 5-миллионном городе найти то, что меня интересовало. Ну, мы, главное, рады, да, что удовлетворили всем огромное, запросам. Спасибо вам огромное. Да, слушай, красиво. Ну, очень красивые габариты, действительно. Видели габариты, какие красивые? Ой, да, сцепление держало. Дорога как вот. Туда, туда, туда. А куда вы пошли? Туда, туда. А, туда вы? А точно туда выезд? Еще раз просто так. Да. Мне нравится машина. Все, мне тоже нравится. Классная машина. Все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за приключениями и новыми поездками в Европу за автомобилями. По всем вопросам, за вопросом заказа автомобилей из Германии вы можете писать как Сергею, так нашу группу. Все подскажем, все расскажем. Да? Пока.